Так, друзья мои, начинаем двигаться, да? Карта. В общем, нам надо вот попробуем вот отсюда зайти, да? Мистические врата джунглей. Мистические врата джунглей. Ну вот сюда вот. Попробуем тут пройти. Как получится. Так, у нас навыки. L1. R1 во время бега. R2 во время бега. L1, R1. Ну ладно, попробуем. Так. Пойдемте, друзья мои, пойдем. Lemire, can we get back to what you were saying about Maggie and Modi's childhood? Вот туда? Aye. Нет. He was always a cauldron of drunken rage, and Sif wasn't much better. 44. Well, Sif doesn't drink anymore. Neither of them do. I'm quietly flabbergasted to hear it. I get the sense it's more recent for him, but I know he loves his daughter. I expect that's the explanation. Know what? We'll finish this later. Так, а мы уже сюда заходили. А мы-то тут уже были. Да нет, это мы дальше уходим. Ну-ка, 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 нет. Пойдем назад. Это мы уходим вот сюда. А нам надо вот сюда. Пойдем, нет, 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 нет. Пойдем вот сюда. Там мы вот спускались, а подняться не можем. Да ё! Отсюда мы приплыли, да, пришли. Тут мы дрались с этим. Ага. Тихо, тихо, тихо.
там ворон. Lad, I've been trying to envision how Thor and Sif came to be such better parents to Thrud than they were to Maggie and Modi. Here's how I imagine it. Моди. Что ты задолбал тем Моди? Thor struggles. Maybe she gives him an ultimatum after some breaking point or other. Like what he did to Modi. That night he found him. Задолбали этим Моди, бля. Yes, lad. And if that ultimatum worked, well, good for them. Truly. Ну-ка, нет. Нет, а нам надо вот сюда попасть. Там ворон-то, ворон-то там. Ворон-то вот там, да? Как мне сюда попасть? Так, это уже хорошо. Так, ну где этот? Ладно, пойдем. Нет, не сюда. Подожди-ка. А мы тут были, да?
Так. Я чувствую, мы идем. Ага. Ну это чтобы воронов не бить. 5 раз. Ага. Не-не-не-не, подожди, а мы куда поехали? Ну ладно, съездим. А, это река. Назад. Это река. Так, друзья мои. Странно, как я не пойду, а они тут вот появляются в этом месте. Как-то мы вот сюда должны попасть. Может быть. Нет. Странно. Могу подожди.
Ну ладно, давай. Но все равно мы сюда попадаем. Мы здесь были. Нет. Нет. Не сюда. Не сюда. Не сюда. Нам надо попасть вон туда. Вот туда надо попасть. Ладно. Если честно, я уже задолбался там кидать это. Ладно. Пойдем по карте. Мало того, что там враг такой сильный. Нет, это тут вход с обратной стороны где-то. Вот ты видишь? А отсюда нет хода. Нет, нету. Нет.
нету тут нигде ни прохода, ничего. Как вот сюда войти? Как? Как? Вот она как. Нашли! Нашли. Ну что, пошли. I suspect this will lead us back to that den we came across. Которую уже видели. Maybe once we get to her den, we can finally stop her. Pity. Do you admire her? Тебе она нравится? Она держит этот край стержня. Джунгли были ее домом. Она защищала, как умела. Но если только смерть, может воздать ей должное. Блин. Нет. Нет, не здесь. Блин, ну надо. Ага. Tracks. Mm.
Well, she fought valiantly. I'll give her that. Kinda wish we didn't have to kill her. Вижу, пришлось ее убить. Неукротимая ярость. С этой ловчей мы сразились в джунглях Ванахейма. Мне не хотелось убивать свою искусственную воительницу. Но ее преступление против невинных нельзя оставить. Когда-то она поклонялась Скади, а со временем ее вера угасла. Надеюсь, теперь она обретет весь непокой в джунглях Ванахейма, которая якобы защищала. Вызов волны шока. Ладно, это мы успеем. Память о слабости. Неукротимая ярость, да? А, Радушка. Ясно. Ладно, неукротимая ярость. Выследили, но только эту неукротимую ярость. Ладно. Пошли.
что такое? Выследили, но только неукротимую ярость. Так, но вот этого найти не можем, все равно. Нет, это вот опять тут же выход, да? На нас тут напали. Вот это непонятно мне. Вот сюда как-то мы должны попасть. Ты видишь? Вот это вот мы должны как-то открыть. Или нам по игре не дают. А давай ночь сейчас сделаем. Тут бывает такое, что днем не пройдешь, а ночью можно. Давайте-ка. Давайте-ка, давайте-ка, сейчас. Так, пойдем. Нет. А теперь пойдем вот сюда. Может быть, тут что-то открывается? Может, здесь что-то откроется?
Нет. Я уже этих кидать замучился. Я уже вот пытался здесь попасть сюда. Но тут почему-то все закрыто. Но это выход здесь. Нет, это я уже сюда заходил. Мы уже здесь были. Нет, это мы отсюда уходим. Мы вот так сюда шли. Угу. Ты видишь, вот уходим и все. Нет. Так я что-то не нахожу никак. Как туда попасть? Нет. Где-то есть вход. Ну вот где? Мы вот возле выхода крутимся. Вот туда нам надо попасть. А как нам туда попасть? И днем я тут ходил, и ночью.
Мы заходим с задней стороны. Может быть, с колодца этого надо зайти. Там вот олень показан. Вот тут мы не пройдем, да? Вот там вот олень. Видишь, мы не можем подняться. Я не могу понять, как туда подняться-то. Или Крототоксу надо сгонять. Ну давай Крототоксу сгоняем, бля. Давайте, Крототоксу, может быть, Крототоксу нам мы должны сходить. Ну, я не знаю. И в Нивельхейм. Давайте и в Нивельхейм сходим. Давай, сходим. Да ё, ну что такое? Нам мама и папа арканы наделала, и Кодина свету лететь повелели. Это правда? Да. Метеоритный удар.
Ну, мы вот это вот оденем пока. Тут тоже пока хватает. Но тут, в принципе... Умия, how do we find this Reagan keeper? Жива ли она вообще? We will find her. Мы ее найдем. Ну-ка, а вот к этому другу гоняем. What'll it be? Целебной гармонии. Нет, ну это прикажем ударе. You make up your mind. Силу и защиту. Блин, как мощно вырастает. Так, ладно, пошли. Сейчас мы к Рототоксе найдем. Рототокса, дом Сендри. Нет, я хочу все-таки решить проблему, бля. Гелархон. Если в него дунет бог, звук разнесется по всем мирам, если он настроен. Если падут в него, например, в храме Тюра, это все равно, что разум откроет все путевые башни. Рох, брешь его в защите. Интересно, почему он его уничтожил? Иные артефакты не разрушил. Ну, сказать об этом Фрея. Сейчас мы к Рототоксу сходим. He really needs to speak to you. The boss is going to want whatever lead world you have, so, you know, hit the chime already. How lucky I have need of your help. Speak. The tree has become rather overgrown. And? And if it grows too wide, the branches risk getting too heavy and falling. Which is not ideal, considering they hold all the realms. I am no gardener. What an absolute shock. Я не догадывался. Нет, я не жаловал демонстрации подобных навыков. Я лишь прошу вас пускать оленей времен года. Обычно это они общипывают. Увы, пакостник решил, что это будет забавно подбить спесивцы и выпустить их. Если вдруг вам постучите олени, я буду контролировать, если вы вернете их сюда. Я выбрал за ними одну из признанных милых, но они никак не оторвутся от моего слова. Их можно понять, это самая вкусная еда во всех девяти мирах. Мы видели оленей. Отлично. Тогда возьмите корм. Найдите оленя, угостите его, чтобы успокоить. А затем один из моих призраков приведет их сюда. Только сами корм не ешьте. Не буду я. But I am, in fact, not chicken-like whatsoever. So as you can see, I had no choice. Yes, of course. What else could you have done? Here's what I found. While normally this would be a harmless plant, Thimblewinter prevented the step. What a rambunctious bunch. Понятно. То есть мы оленей нашли, а я их вижу, что они не отмечаются? Пойдем, а я гляжу, чего они не отмечаются, олени? Вон она в чем дело-то.
Ладно, сейчас мы куда долетим. Мы кое-что не закончили. Какой-то голодный зверь против джунглей кратера. Выясним, кто это. Видите, какое? Надо их успокоить. Вот они. Вот, видишь? Дай ему. That's right. We got more food at home. Come on. I have to say, quite a nice change of pace helping these stags get home. For a moment, I was worried we'd have to kill one. Как было, что нам придется убить, да. You had a plan to kill it if it had attacked, didn't you? Yes. Дуратор. Так, именно зимнего оленя помогла нам найти гору Мидгарда. Очень символично. Каждый раз, когда маленький отряд не мог уснуть, я пел колыбельный о синем сне. Ясно. Так. Тут их еще у нас куча. Так, еще. Я их три находил. Три оленя. Ага. Ясно. Ну давай гоним сюда. Так. А. Так, Алёня... Ну-ка, подожди, давай. Понятно. Нам надо оленей вернуть сейчас. Я так думаю. Где-то они вон там, блин.